плакал, какой-то пуши. Нет, я из Питера приехал. Где обещанный пост про панические атаки? Ой, нет. Сегодня будет. Меня поймали. Я совсем про него забыл. Хотел вот написать его, и с Катюхой замотался вообще тут со всеми питерами, не питерами. Вот. Всем привет, всех приветствую. Скоро в баню, Саня. Лекс. Видимо. В Питере пил, да. Я пил пиво в Питере. Ей тоже куни сделал. Кому именно? Кому именно куни сделал? Слушайте, Катюхе, очевидно, у меня была влюбленность и есть влюбленность. Просто здесь не сравниться с человеком, который только начинаешь строить отношения, и которому у тебя уже был какой-то бэкграунд. У деда девочки день рождения. В очках все равно сига видна. Я Горин и Куни делал тоже. Давайте соберем 2000 подписчиков. И здесь вот я расскажу, как это делается правильно и кому я делал, кому я не делал. Тебе сколько лет? Мне 28. Элина Соска. Что с бывшей решил? Да ничего не решил. Если девушка... Я самое главное, что я хотел, это помириться с человеком, потому что мы расстались на такой ноте, когда человек мне желал просто вот... Как вам сказать? Просто, ну, я не знаю... Плохие вещи, короче. И зачем? Потому что моя жизнь здесь на проекте. Вот поэтому я как бы и позвал ее на проект. Сейчас она на проекте, и поэтому вот такие дела. Поехал ставить точку, да? Ну, как бы точку... Я увидел, что как бы, что им я абсолютно нормально к ней отношусь, что она также ко мне хорошо относится. Она пришла на проект. Нет, еще пока что. Я не знаю, вот, ну, с кем. Никто ничего не знает, даже мы сами, вот как пойдет, вот, честно говоря. Потому что если... Если, очевидно, в мою сторону не сделают шаг, моих два шага тоже никто не увидит. Все мы люди. Все хотят взаимности, вот. Бывшая придет на проект, не знаю. Любишь бывшую. Но определенные чувства у меня есть к ней, конечно. Катя лучше. Катя очень хорошая девочка. Она очень умная, вот. Я вообще за все ей безумно благодарен.
Илю! Куда? Погнали. Так, ребятки, все. У нас какие-то репетиции тут, поэтому идем.